еще здорово на моем мегапопулярном канале с огромным количеством подписчиков. Короче, да, я уже в Турции. В общем, я не снимал тот момент, когда я получал визу и сам перелет. Не получилось, в принципе, это снимать было нечего. Приехал в Одессу за визой, забрал визу, все, поехал в аэропорт. В общем, ничего интересного. Вот, в Турции я уже сейчас в Кемере 2 месяца, уже работаю. Пока все вроде нормально. Так что все пучком. Сюда я добирался как бы с пересадками, то есть сначала с Одессы в Анкару, потом с Анкары в Анталию. Приехал в Анталию, ждал, не знаю, где-то, может, часа пол, пока за мной приехали. Вот. И с Анталии в Кемер. Ну там пока, короче, заехал в офис, главному компании. Пока все документы оформили. Вот. Ну и поехал в отель Кемер. Все, приехал. Поселили меня. Дали жилье. Жилье я отснимал сначала. Ну там немножко поснимал, когда только приехал. И немного расстроился. Сейчас я покажу свою комнату, в которую меня сначала поселили. А потом, в которую я потом уже переехал. Душ есть, унитаз, все, раковина, даже фен есть.
Надеюсь, я с ней пробуду до конца. Посмотрим. Продолжение следует...